Добрый день, гости и подписчики канала. Понедельник – день тяжелый, особенно 13-е. Вдвойне невезучий день. Штиль, яркое солнце, прозрачная вода с температурой плюс 10. Щуки попрятались в камышах, воблеры не работают. Перехожу на упористые блесны колебалки с медленной проводкой. Вильямс Трофи провоцирует щуку по 2 кило. Пробую утяжеленную свинцом блесну Уралку. Она из тонкой нержавейки толщиной 0,5 мм. Время изготовления в прошлом веке. Ручная работа приносит две поклевки. Поклевочка на такую вот блесну. Опа, сошла. Да что такое? Две щуки подряд сошло. Что тут не так? О, есть. Есть щучка. На мелике перехожу на слайдер. Выманиваю из камыша щуку под двушку. Thank you.
Чтобы меньше травмировать щук, использую просторный подсак. Взвешиваю щуку в садке. Вес мокрого садка 200 грамм. Экспериментирую с воблерами и джерками. Реализ джеркбейт атакую чучку до кило. Единственная поклевка на чистом. Начинаю методически обстреливать колебалками границу с камышом. Опускаю блесну на дно, равномерная проводка с паузой. Вытягиваю несколько щук-полторушек. Пока любуюсь закатом, воблер багрит карася, но щуки молчат. Понедельник 13-е заканчивается. Щука не баловала, но назвать сегодняшнюю рыбалку невезучей не получается. Щуки, до новых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи. Благодарю за подписку.